dos. No. О, осторожно. Желистый, да? Да не, просто мы уже ушатанные. Ты пальцами держи, братан, я пальцы опускаю. Встану лучше в угол. Витя, вот Виктор. Маленький. Ух ты. Стрелян. Аккуратнее, все, да, все, выиграл. Не додавливай ниже линии. Это... Моя масса 67 килограмм. Я ты крепкий мужик. Да. Без всяких сомнений. Что не будет, может ты же сильнее меня. Да, мы не после тренировки. Только если будет, только если. Ну как там, друзья? И че вы по много раз? Давайте без травм. Поле легкое, там без. Да, что-то сейчас направо то же самое там. Ну давай, 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 давай. Как только вот все попадается, то не я не могу взять, да. Он мне оперу пальцы обкладывает. А мы Маша. Да не, не. Я как-то отключу потому что тут... Если высоко вверх... Оооо! 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 Давай, 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 давай. Молодец. Все, вот соперник у тебя был. Не трогай его. Нептун. This is Neptune. Нормально. Пайдор. Забери их. Нестуван. We played good, yeah. Huh? Right. Please. Right.
Все, следующий. Who's next? Me? Go, guys, go. Коняля. Я там скоро хорошо знаю. Полицейских судил много раз. Миш, у него сильное боковое движение, но он не может без него додавить. Я не устану. Не устанешь? Ну давай. Здесь перещелкнул. С этой стороны. Соглашайся больше. Наоборот. Сейчас ты устанешь. Аккуратно. Это все преимущество станка. Ты очень много. Это мои отвертки и плоскогубцы. Вот что дает о себе знать. Только бы кисть выравнивал и фалангу давал, вообще цены не было. Давай направо. Это старая, блин, бля. Не сравнивай одно с другим. Если фотку увижу, точно скажу. Дай надо найти историческую фотку. He's not like that! It's too easy, Bobby! It's too easy! Yeah, Bobby! Okay, let's go! Okay, let's go! Okay, now. Dentist position. 1, 2, 3. Знаешь, он сам его стал. Выйду в поле я с конем, выйду на коне. Не надо ругаться, нас дети видят. Ай, сори, имею в виду, давил же.
Ну как, 17-летнего ребенка считаешь, ну некрасиво, ну некрасиво. Кто, я? Ну конечно, я устаю. Я же аккуратно устаю. Сын, прости меня, родной, что я твой ровесник. Ты как будто левую прокачу, Андрюха. Ну, здесь лучше свет. Да, я понимаю. Но есть какое-то, есть какое-то количество времени, теоретически, я видел на международном соревновании. Вроде даже, не знаю, вообще как. Здесь самое закон, что вот этот пяток не оторвался. Ну все, Майкл тот. И пресс есть, и Кинзмув. Нормально. Три. Ага, еще и на себя. А, видите? Он взял на себя и ушел. Если без этого, давайте без этого. После классический. Ну как классический идут? На себя отрывать. Ну правильно, у вас мышцы связывают. Классический бок или классический не бок. Классический перелом руки. Мы с вами давай. Давайте, давайте, вы давите, а я вас задержу. А, решили так. Ну ладно. Уже теряем позицию. Проигрывать надо достойно. Да не надо, не убивайся, убитый уже. Alright guys, subscribe to ARMWRESTLING TV, look at this stuff. If you love this channel, subscribe. If you want to see more content like this, subscribe. Just subscribe. Давай. Давай, Андрей. Sorry. Мы здесь были долго. Там он не выйдет. Вот уже включился. Заворачивай, Андрюха. Внутрь, внутрь. Не-не-не, если я сейчас пронацию дам. Так. Хорошая борьба. Хорошая борьба. Дай ему стартовать. Я их видела, да. Машина. Пипец, я завидую его замаслу. А он только вверх борется, поэтому он не забивается. А под его верх ты должен залезть с грюми и забиться. Я на соревнованиях его вывез. Судейским захватом, как полагают. И там знаешь, как было? Первый раз я его смог закрутить, довел до подушки. Второй раз... Ты тоже. Там уже отпускай. Верх хороший, да? What the hell? What the hell is this? Oh, this is a circus. What the hell? What the hell, bro? That's crazy. По одному, э? Не, скоро забьется. Все, вот уже начинает уставать. Руку поставь сюда. Потому что я этим не занимаюсь каждый день. Все устают. Это хоть занимайся, не занимайся, doesn't matter. Держи. Если борешься, устаешь. Держи. Держи. Руку на себя. Олег. Давай, раз.
chill, this way I go. Окей, все, 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 хватит. Больше не надо сегодня. Окей, ребят, спасибо всем большое.